Так, всем привет, это Альвинос и Мехмагик. Сегодня обновилась сборочка. Правда, я поудалял все, что мне не надо. А для меня сегодня это 14 марта, для вас это ой-ой-ой, как далеко. Так что не обессудьте. Наверное, уже видео вышло с новостями, где я объясняю, ну, уже давно смотрели, уже в прошлом, где объясняю, что как выходят серии, как я снимаю, так что не обессудьте, наверное, простите меня за такое, но у меня другого выхода нету, есть время, я снимаю. Так, что произошло? Ну, тут, как всегда, все хорошо. Чуть-чуть, не помню, вроде бы в прошлой серии показывал, что сделал звездную самую топовую вот эту вот батарею, которая нам очень много выдает, это уже со звездами или со звездеями. Вот моя вот эта вот штука полностью заполнилась на 9 триллионов, поэтому там биллионов, поэтому реактор у меня выключен, он, в принципе, мне уже не нужен, но как запасной вариант пускай будет, потому что Солнечная система, она отстала. Потом дальше от Димка студии, Solar, вот, от Димка студии есть такой пацанчик, который обещал террарию сделать, ну, надеюсь, сделает. Я загнал сюда соляр панели, ну, в принципе, пускай будут. У них вон тут вот какие-то рецепты не особенно легкие, он вроде бы ее пробалансил, поэтому сделать довольно-таки неплохо ее. Было бы вам какие-то на скопочете Generation 32000, надо яйцо дракона. Ух ты, Dragon Eggs. Вот, а на самой последней, если у вас стоит Драконик Evolution, надо уже вот эти вот, как говорится, сколько вот, Transfer Generation 131 и самая последняя Generation 524 тысячи, две панели, да? Ну, неплохо сбалансил. Я балансом, в принципе, доволен. Не такие они решительные, делаются дорого. Но это, я так понимаю, его наставник помог. Так, дальше. Весь свой Дракониум Awakening я потратил вот на это вот. И сегодня я планирую сделать драконик. Вот это вот драконик, не виверн, а драконик. То есть апгрейдить свою броню. Также за кадром закрывайся. Я сделал Виверн Капачитер, который 64 мега чего-то там себе мега рецепт говорю, вот, делается таким способом. Содержит себе 64 миллиона этой самой энергии. Ну что, тут у меня эндер пчелки растут, которые не кусаются и растут в нашем, так, эту сразу, что, опять кусаться начал? Кто? Да ну нафиг. Ладно. Кусайся, так, которые, хотел сказать, что не кусаются, но, как видите, кусаются. Так, да, ну, да, блин. Ну ладно, черт с ним, пчелок у нас хватает, так что извини. Так, тут я с пчелками что? Тут я почти что с пчелками не занимался. Я вывожу другие, буду выводить другие породы. Мне надо другие породы. Common, вот. Да ё-моё, что ж у меня так отлично, я прыгаю. Так, тут у меня ферма простаивает в данном моменте. Вот это вот. Так, сеть. Вот, зато я сделал новую ферму. Так, нужно новую ферму. Вот такая вот. Как что это за ферма? Это так, иди сюда. Это вот такие. Так, это мод циклик Magic Bean. Вот, вот он Magic Bean рецепт. Я говорю, вот делается он таким способом. Находится также в данжах. Вот, он
долетит. Он выглядит вот таким вот способом. Я надеюсь, он тут ничего не посадил из каких-нибудь там фруктов или еще чего. Вроде бы нету. Бывает иногда садить что-нибудь не то. Вот, он садится при выращивании, дает, как это называется, рандомный лут. Вот он, рандомный весь лут у нас. Плюс еще вот тут чего-то. Как... Это вот все дает эта вот ферма. Ну, кроме вот этих вот, это я сам уже. Вот, самое главное, что она мне дает. Она мне дает, вот уже 6 звездей есть. Вот, 6 звездоев. Звездуй. Ну, в общем, вы поняли, я прикалываюсь. Алмазы, бриллианты, вот это вот, вот, как видите, все, 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 вот, ну, кроме вот этого. Ну, хотя пшеницу и это она тоже дает. Вот, как видите, очень всякое рандомное дает. И, как видите, я сделал фермочку такую, и оно все мне это выдает. Красивые стекла, там, я не знаю, что еще можно сказать, слезы. Ну, самое главное мне вот эти вот звезды и, ну, может, сколько он там, так, садись. Как видите, пришлось, ну, 12 эмеральдов, 3 алмаза, 3 куртки кожаных, магнитофон японский, 3. Вот, тут пришлось, конечно, изменить чуть ландшафт из-за того, что, как это, не помещалось, как и не помещается. Ну, эти все еще размножаются. Вот, основная у меня сейчас проблема, это, как вы понимаете, дракониум и awakening дракониум. Так вот, тут дракониума совсем чуть-чуть, крохи дают. Не знаю, рассказывали, я сделал электрумные вот эти вот штуки, теперь у меня кроузбоун очень быстро заряжается, это я увидел у Зига Зихеча, я уже вроде бы, наверное, говорил, но на всякий случай повторю. Вот, теперь у меня быстро он заряжается. Дальше у меня проблема с дракониум и с вот этими, с его яйцами. Вот, а также вспомнил, что у нас есть же вот такой телепортер, я его сделал. Так, ну, 6 дракониума, неплохо. Ай, не так. Вот, вот так. Вот, поэтому я коплю дракониум. Коплю дракониум. Вот, поэтому, что я сегодня собираюсь делать? Идти в край, убивать дракона самого. 20 дракониума. Так, это не надо, не надо, не надо. Убивать самого дракона. И, наверное, половина сегодняшней будет за кадром, потому что процессы не все долгие. Убить два, мне надо убить минимум два дракона. Вот с помощью вот этих вот штучек эндеркристалла. По-моему, два дракона мне хватает. Там будет 4, 8, 8 на 9. 8 блоков по 9, это 6, блин, 72 дракониума. Ну, думаю, хватит, а выкинуть этих блока. Но очень мне не хватает самого дракониума. Вот. Потом я беру эндеркристаллы и, может, так, поушен у меня есть. Может, это из поушенов будет. Поушен, я не помню. Можно их, конечно, сделать. Не так, поушены. Так, что у меня есть Potion? Potion Healing не надо, Potion Resistance, Haste, не помню, что такое Haste, Healing Boost, Hell Boost, это ускоряет Potion Resistance, Weakness не надо, Weakness не надо, Haste, Hate Boost, Healing. Ну, возьмем Healing, хотя он мне уже, по идее, не нужен. Potion, по одному могу брать. Slowness. Точно не надо. Haste. Resistance. Можно сварить, но я не хочу. Вот, ну что, идем в край Vent Dimension. Вызываем дракона. Убиваем два дракона. Раз дракон, два дракон,
Три дракон. Четыре. Дракон, пробудись, тварь небесная. Ладно, я его задумаю. Уже? Так быстро? Ого, ладно, пошел его гусить. Так, первый дракон побежден. Смотрим, что из этой хрени получили. Еще повторяю, это апгрейд для релик, холдшик, рейлган. Это апгрейды для Immersive Engineering. Так, 57 драконов получили. Ну что, вызываю следующего. А потом меня ожидает долгий полет в дюнах. Так, где эти мои? А вот они, звездеи. Так, засрал тут этот дракон своей блевотиной, которая мне на данный момент... А, даже так, ее поставить пока нельзя. Ладно, вызову следующего дракона, загублю и вернусь. Так, второй дракон побежден. Два и Dragon Eggs. В будущем они нам пригодятся. Так, наверное, это мне сейчас не надо. Это можем открыть, посмотреть, что внутри. Хотя их можно апгрейдовать. Ну, может, когда-нибудь займусь вот этими штучками. Так, значит... Это отправляю в наш мир. В наш мир. Так, это в наш мир, в наш мир. Драконикум в наш мир. Эти мне так и не пригодились. Эту нам надо штуку почианит. Ну, что-то как хреново не работает. Как она самовосстанавливание. Ну ладно. Черт с ним. Так, это мне пригодится на данный момент. Так, это мы сюда отправляем. Так, это мне надо. Топорик по камес не нужен, это не надо. Это, я так думаю, пригодится. Так, где еще один? Вот, открылось два портала. Он даже третий, четвертый. А, ну да, их четыре убил, поэтому четыре портала. Я так понимаю, со временем тут все будет в порталах. Так, значит... Вот. Ну чё, пошёл я копать... Чё? Я не понял, чего такое. Ага, вот. Теперь всё правильно. Вот, в общем, пошёл я копать дракониум. Дракониум искать вот на этих островах всяких. Понимаешь ли, дракониума мне понадобится много. Странно, чё, где дракониум? Ну и по пути, может, что-то интересное найду. Где моя переливающаяся руда? Где дракониум? Вот он. Дракониум. Потому что тут его, вот, видите, на удары 4 дырки. Так, один удар, 4 дырки, вот. Его тут довольно-таки много. Ну, в общем, это, знаете, запарная процедура. Его тут придется копать долго и упорно. Вот такие вот жилы. В основном поезд дракониума. Потому что его, ну, на виверну понадобится много. Нет, на дракониум. Вот-вот. Ладно, вот вернусь, когда накопаю. По моему мнению, достаточно. Так, значит, под монотонное забывание накопал я себе сколько-то стеков, стаков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, да? Ну, наверное, докопаю еще последний стек, и будем возвращаться домой, наивно полагая, что, наверное, хватит дракониума. Ладно, сейчас вернусь, докопаю. Так, вроде бы накопал. Сейчас еще вот эту платформочку обыщу. И будем вертаться домой для создания нашей, я так думаю, виверн брони. Правда, я знаю, тут еще можно нарваться на хаотик дракона. Он там на каких-то координатах живет. Если он, конечно, в этой версии есть. Но судя по тому, что есть шарды, он... По идее, должен быть. Этого не может быть. Драконик должен быть. Так, что ж.
64, даже больше набрал. Так, выбираем Home Teleport. Он что-то не грузится. Давай грузись быстрее. Так, что-то у меня подвисло и так не грузилось. Загрузился я обратно и появился в краю. Так что будем возвращаться, наверное, домой этими, в общем, стандартными методами. Так, и получилось вернуться домой. Так. Значит, значит, ну чё, ваяем драконюм. Так, это все нам надо забрать. Блин, надо как-то автоматизировать все. Так, ах, да, самое главное, то я забыл. Так, смертельный номер. Альбина собирает нажимную плиту. Извините, там у меня один знакомый человек есть, который always work. 29 биллионов. Сколько у меня там этой хрени? 9 биллионов РФ, а я все на, говорят, на нажимаю плиту, наступаю. Не сделай, чтобы постоянно тут было. Так, вот, лысому моему подписчику, который из-за моей жадности остался без волос, убираю. Она работает сейчас постоянно. Так, скидываем дракониум, значит. Так что приношу свои соболезнования за безвременно потерянные волосы. Так, хорошо вспомнил. А то человек не то что лысым, он еще и не знает, чем остался бы. Так, значит, ладно, шутки в сторону, кидаем это сюда. Так, это, блин, надо как-то это автоматизировать. Драконом переплавить вроде бы как нельзя, да? Configuration. Ладно, push, pull, pull, push, да? Значит, это драконом скидываем сюда, не нужно, он все равно не возьмет, да? Ага, так, далеко у меня тут эти все провода, далековато, ладно. Так, значит, дракониум, дра, блин, ВФКНК, так, дракониум, мне надо вейкинг дракониум, он делается, ую, раз, два, три, четыре, пять, шесть, их надо 12 штук. Так, 12 есть. Дальше 4 блока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За много. Ладно, надеюсь, мы еще нажарим этого дракониума. Да. Так, иди сюда. Чего мне еще надо, чтобы его авейкнуть? Только энергия, я так понимаю, да? Да. Ну что, идем авейкать. Так, это и позор, Альвинос, иди сюда. Так, надеюсь, это будет происходить довольно-таки быстро. Так, 4 сюда. И, значит, по старой схеме, 6 мне надо, да? Так, это сюда, сюда, 6. Иначе он там как-то... Раз, два, три, четыре. Раз, два. И... что-то я не то делаю, да? Вы уже заметили. Сюда другое. А, еще сердечко. Сердечко ж надо. Ради чего я бегал-то? Так, сердечки. Так, тут ничего интересного нету. А это что такое? Откуда это все взял? Ага, еще дракониум. Еще дракониум, давай. Больше дракониума, богу дракониума, как-то там так говорится. Вот, оно все тут переплавляет. Дракониум делается. Так, бежим сюда.
Про сердце-то я и забыл. Так. Пумть. Пумть. Ладно, я вас томить не буду. Это неинтересно, так что пауза. Так, дракониум авейкается. Вот он, авейкинг дракониум. 36. Значит, что ты так посчитал? Это будет 72. Ну да, правильно, все. По идее, должно хватить. Если все правильно подсчитал. Если нет, то придется идти на большую паузу. Так, что дальше? Дальше бегим сюда. Нашему уже постоянно включенному. Значит, так. Так, два дракониума. Драконим энергии коры и авейкинг дракониум, да? Дракониум энергии коры и авейкинг дракониум. Ага. Виверн коры. Раз, два, три, четыре надо. Виверн коры. Так, иди сюда. Блин, это до хрена звездой. Ох, надо. Так, дракониум энергии коры. Не, авейкинг мне надо, да? Вот этот. Раз, два, три, четыре. Мне их надо четыре штуки. 9 миллионов. Виверн коры, то есть вот этой надо очень много, 21 получилось. И вот делать это. Так, 5. Раз, два, три, 4. Значит, ждем пока на... Ой-ой. Интересно, хватит ли мне. 4. Так, Виверн кор. Еще надо вот этих. Еще мало. Мало. Так, я ж так не сделал, мне надо отсюда брать. Так, отсюда дракониум берем, этих еще делаем. Чё? Золото закончилось? Офигеть. Раз, два, три, четыре, пять. Надо будет сюда подвести эти самые считыватели с ящика, чтобы они работали с этой системой. Да, я, по-моему, наивно полагал, что мне этого хватит. Я такой вот... 16, по-моему, надо, да? 16, Виверн Кор. 5, это у меня 9, одна лишняя. Так, я могу сделать Викинг Реду 3. 2, ну ладно, идем пока. Из звездоев надо взять. Сетар. Хотя звезде у меня... Не понял, это что за... Что это такое было? Значит, звезданутый материал. Значит, дракониум. Блин, вечно забывает этот рецепт дра. Кониум. Вот это, Waking Core. 5 этих и 4 этих. 2, 3, 4. Значит, сюда 2. И... Так, стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это вот еще одну такую делать. Так, подождите, а для брони? 4. Не, ну я так не играю. Это мне еще одну эту делать. Ладно. Альвинос ушел за кадр. Че ж, думаю, в этой серии мне не очень получится сделать то, что я хотел. Наверное, придется разделить на две серии, потому что в этой серии, только я чувствую, займет подготовка. Это для меня неожиданность была, что для этого надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 надо. Так что делаем этот. Дальше мне надо один блок дракониума использовать. Это может привести к тому, что придется еще одного дракона губить за кадром, еще копать. Раз, два, три, четыре. Еще копать вот эти самые драконовые ядра. Так, этот мы получили, Виверн.
Дальше мне надо один дракониум. Так, как он там делается? 1, 4, 2. Так, один драконевый блок. 4, 2 этих, по-моему. 2. 2 этих и 4 алмаза. Так, иди сюда. 4 алмаза. Не так делаю. Раз, два, три, четыре. Блин. 100 баллов не то, что-то делаю. Не то. Этих два. Ага. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ты тут, а вы... Так, так. Давай. Делаем. Так, итого у меня их. Раз, два, три, четыре, два, девять. Так, смотрим, awakening, две коры, три этих, три, раз, так, раз, два, три, есть два, три, два коры, так, вот так они ложатся, кладутся, так, и на другой стороне два на два. Раз, два, и раз, два, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Так, и сюда звезду. Так, вроде получилось. Старт. Получим один кор, да? Упс. Так, и чтобы мне его апгрейдить, драконик леггинс, драконик нагрудник. Два этих и два этих. Так, ну ладно, может сегодня один нагрудник сделаю. Остальное, в принципе, можно и за кадром, потому что... Чё? Чё стоишь? А чё встало? 88. Чё, энергии нету? Энергии миллион. Чё не так? А, этот не видится. Ядрен батон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лазер его не видит. Лазер. Лазер. Так, какой-то энергии лазер ЖЛ. Экстреме. Сейчас дам, не переживай. Блин, я думал, по диагонали он видит. Так, энергии лазер ЖЛ. Тут... Вот оно как бивает. Так, где этот штук? Так, ты иди сюда, иди сюда. Пошло дело. Так, пошло. Блин, я думал, она все вот это вот вокруг, она только с чем прикасается. Ну, ладно, не часто это надо так. Что опять не нравится? Пошло дело. Так, ладно, пока она тут крафтится, нам надо еще ядро сделать хотя бы, да? Ядро, ядрушко. Так, ух ты, сколько уж у меня дракониума, и все это, я так полагаю, все равно мало. Маловато будет. Так, дракониум. Не так. Дракониум. Так, это мы сделали. Awakening Core я сделал. Мне вот это надо. Таких 4 нету. Таких 4, да? У меня вообще их нет, да? Блин, что я делаю? Так, 4. Раз, два, три, 4. Сюда. Так, сколько мне их надо? 4. Раз, два, три, 4. Так, одна сюда и пошла. И вот эта штука. Есть. Так, ну с такими расходами я так чувствую, мне очень быстро. Так, и у нас Awakening Core. Так, для чего вы вообще-то используете? Usage, зарядка, Chaotic Solar Panel. А, ну это да, понятно. Так, что еще? Лук можно апгрейдить. А, йо, это что мне делать и делать?
Так, ладно, нагрудник, драконик, честплейт. Два дракониума и эти два кора. Раз, два. Два дракониума и тут два этих кора ставим. Так. И тебе, тебю. Так, где мой нагрудник? Делаем честплейт. Так, давай, чаржит. Ну, паузу пока он загрузит. Так. Ну, вроде на этот раз процесс более так неплохо пошел. Так, 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 пошло, пошло дело, пошло. Крутимся, вертимся. Штанышки. Так, это что у нас на груди? А, крутой бронка. Заряжается? Заряжается. Сейчас он на эти все съест. Так, ботинки. Ботинки. Что, можем сделать еще ботинки, наверное? Ой, не ботинки, а этот, штанышки. Штанышки. Так, значит, драконик 4. 4. И на этот 8. Значит, на это надо 8. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше таких 4. Раз, 2, 3, 4. И делаем такая штука. Один есть. Так, дальше вспоминаем, как это делается. Awakening Core. Так, этих у меня вообще нету, да? Я их могу сделать. Раз. Раз. И, значит, еще 12 таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Ага, на тебе звезду. Чего? Шеф, ты что? Шеф, ты как? Как ты можешь? Так, 64. 64 этих. Что я тут делал? Кто мне скажет? Так, 12, 9, 2, 3. 12. Блин, я забыл, что я делал. А, вот этот. Виверн Кор. Мне надо Виверн Кор. Так, раз. Чё? А, ну да. Виверн Кор. 2, 4. Так. Звезда 1. Это скидываем сюда. Так, итого у меня драконик. Так, вот эту 5. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Этих 4 есть. Звезда есть. 21 дракониума скидываем. Так, 600 дракониум игл. Ну, может быть, я наивно полагаю, что мне хватит и на полный костюм. А не хватит, будем бегать, добывать. Так, мне, значит, сейчас awakening надо делать, да? Awakening. Так, вспомнил. Значит, тут раз, два, три. Тут два кор. Раз, два. Раз. Что? Так, думаю, где еще одна? Сейчас найди ты ее. Так. Тут одна. Тут одна. Не понял. А где еще одна? У меня их больше было. А, вот она. Ясно. Две и раз, два. Сюда звезда и старт. Так, бум, и готово. Так, забираем это. Значит, это мы помешаем раз, два. И что с этой стороны надо было? Било, било, било. Так, драконик легинс. А, и два дракониника этих вот штука. Раз, два, и раз, два, три. Так, берем штанышки, ложим судемус и старт. И буду ду 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 ду. И драконик легинс.
комплит. Блин, надо будет курами заняться. Так, теперь мне самому интересно, на что мне хватит, но это я, наверное, буду делать за кадром и только покажу самый последний пум, потому что как-то я сомневаюсь, что вам очень интересно смотреть на то, как я тут, кстати, о птичках, как я тут вот 27 дракониума. Надо, кстати, о птичках. Надо заняться вот этими птичками, которые могут нам давать дракониум, а то я про них совсем уже Да ни хен то. Так, и подписчик мне сказал, что сейчас скажу. Вы мне напомните. Так, и подписчик мне сказал, что эта штука работает только если я стану патреоном этого человека, который создал этот мод. Вот. А мне это нафиг не надо, так что это отпадает. Точнее, что это можно получить, если вы становитесь патреоном. Вот, ладно, пошел я как бы крафтить дальше. Увидимся, когда я, наверное, что-нибудь смогу проинфузить. Так, первое ядро. Бум. Вот. Так, ну что, это сюда. Берем фапотку и старт. Бум. И шапочка, дракониум. Пошел я смотреть, хватит ли мне на ботиночки. Так, эту звезду запускаем, и осталось мне только сделать awakening, там чего-то кора или как она. Так, смотреть, это хватит мне или нет. Так, сколько 4, 8 надо. Да, это 8 вот таких вот. Раз, два, три, четыре, 8. Так, этого хватило. Не то, не то. На эту хватило. И что она там, как она там? А, еще вот такие вот штуки. Раз, два, три, четыре. Так, хватило. И на такую хватило. Неужто мне хватит на все? Так, еще мне надо два дракониума. Ага, так мне на сегодня на все хватит. Так все же я программу минус, точнее программу плюс сделал. Так, это сюда. Берем ботинки. То есть у меня будет сегодня дракониум броня. Старт. Ага. Да, хотя, смотрите. Вот, это уж, я надеюсь, не так страшно. Так, 90. Так, а что у меня с той броней? Она не заряжена. А что она от этой не заряжается, интересно? Вивен флукс капацитор. Ага, ясно. Все, понял. Его надо вивен флукс капацитор превратить в драконик флукс капацитор. Энергикор и авейкинг это. На это мне уже не так. Ботиночки есть. Ладно, идем их немножко зарядим. Так, сорядим. Так, садись, говорю. Так, это значит, пока идет все на зарядка. Заряжается. Мы пока соденем, вернемся к старым своим от этой вот броне. Ну, на всякий случай, я ж как вы не забывайте, в этом самом и работаю, как он называется. Так, это заряжено, да. Теперь вот этот надо капацитор. Этот капацитор ее подогревает, как я так понимаю, да. И лимон. Так, и ботинки заряжены. Так, это сюда. Так, посмотрим, как наш кроссовчик выглядит. F5, вот как я сейчас выгляжу. Но без драконьих инструментов это не очень красиво выглядит. Так, F5. Зарядился капачитер.
Ну, почти, да, 16 тысяч. Все, он зарядился. Если что, он будет брать отсюда энергию. Он уже ее очень усиленно берет. Так, дальше этот нет, не тут. Это мы возвращаем. Наверное, я к ней больше не вернусь. Так, чем мне еще надо будет заняться? Так, драконик пикакс. А как-то есть драконик пикакс. Shovel. Staff of Power. Он делается из всех. Да, драконик Staff of Power. Это делается из всех инструментов. То есть эта штука заменяет все. Но сюда надо много чего. Это надо драконик X. То же самое. Драконик. Не, подожди, для него мне надо. Sword есть. Пикакс. Shovel. Шавл у нас делается вот таким способом. Ага. Так, у меня, по-моему, лук есть. Не этот, вот этот вот лук. А, драконик пикакс нету. Ну ладно, это уже, наверное, будем делать потом. Так, подождите, я тут заряжал, не заряжал. Ладно, я еще пойду попробую сделать себе, улучшить вот этот коры 2670. Это уже вам будет неинтересно. У меня 19, наверное, не хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. И раз, два, три, четыре. Четыре, четыре, шестнадцать. Не хватит. Надо будет еще один дракон убивать. В общем, за кадром я апгрейджу этот. И нас надо будет заняться вот этими инструментами. У меня, по-моему, хотя тут инструменты. Так, Bone of Wyvern есть. Дальше. Топор of Wyverns. Я могу его сделать. Так, раз, два, три, четыре, по-моему, не хватит. Так, и как он там делается? И Wyvern Core. Четыре. Ага, значит, мне их таких восемь надо. 8. Так, дальше вот эти вот. Раз, два. Чего? Три, четыре. Так, это скидываем в систему. Дальше топор. Не понял. Чего нет? Ай, выберем такие надо. Ой-ой. Ладно. Ладно, этим займемся в следующий раз. Это был с вами Альвинос, так что у нас местом хватает. Еще посмотрим, сколько моя штука на... Долить сетой, блин, птичка, блин. Так, сколько мы звездов получили, или звездей? Три штуки. Так, два, три. Так, тут что интересного получили? Ничего нового. Так, а, да, тут еще пришлось сделать вот эта вот ферма. Она этот Magic Beam все старается засунуть куда-нибудь сюда. Иногда он тут проскакивает. А что ты не работаешь? Да, она его вечно вот-вот сюда закидывает. Сюда. Поэтому я сделал такую систему. Он у меня, эти Magic Beam'ы идут вот в эту вот бочку, и отсюда проводами возвращается обратно. А чтобы он не спихал сюда ничего ненужного, я положил Industrial Hemp Fiber. Потому что отсюда ничего не забирается. Так, чё она ничего не забирает? Как? Во-во-во, видите, вот она ушла. Сейчас она появится тут. По идее, заберется и появится тут. Тут, я сказал. Ну, в общем, она должна была там появиться. Два. Чего не забирается? Вот, забралась. Ушла сюда и вернется сюда обратно. Вот 11, 10, вот 13. Вернулась. Вот, так что вот эта ферма не очень подходит для таких. Ну, работает все. Да, что тут за пустые места? Я не понял. Ну, еще звездочка пришла? Нет, не пришла. Так, вот. Вот такая серия была. Я стал Драконик Evolution Man. Так, что я хотел? Все,
Скину. Так, ладно, это скидываем, это скидываем. Звезды скидываем. Ладно, пошел за кадром делать себе капацитор. И не знаю, может, хаоса потом поискать или еще что-то. Ладно, придумаем в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если Альвина что-то сделал не то, пишите обязательно. Так, это у меня пустая. Ну, и увидимся.